Всем привет, дамы и господа! Я Артур Котов, он же Арчи, и вы на моем YouTube-канале. Всех рад приветствовать! Сегодня у меня будет рыбалочка с ребятами. Уже ребята улетели по этой дороге на снегоходе. Я последний тащусь. Вот, мне нравится. Шумит камыш. Очень красиво здесь, просто нереально, ребят. Сейчас вот мы выходим уже на лед, сейчас я вам покажу. Лед опасный, потому что погода не самая приятная, но смотрите, как это красиво, это просто, это нечто. Сейчас мы выйдем на лед, будем ловить сегодня рыбу, щуку, налим, возможно форель, возможно окунь. Возможно, белая рыба, плотва, всевозможное. Взяли мормышки, взяли мотыля с опарышем. И смотрите, какая красота. Ветра вообще почти нету. Блин, ребят, это просто... Вот какой лед опасный. То есть вот. Ого. Это только в начале получается. А дальше, ну, это Финский залив. Здесь недалеко снимали особенности национальной рыбалки. Если хватит сил, я туда доеду и вам покажу. Ну что, скоро увидимся дальше. Такой вот рассвет здесь. Класс. На Конте Сигарян и Леха. Привет, привет. Игорь, посмотри в камеру. Вот такая у нас здесь римская свеча. Сейчас мы будем его растапливать и, я так понимаю, готовить что-то на казане. Вот есть палаточка. Это чтобы греться. Ну и можно здесь лунку одну просверлить, я думаю. Вот наши ребята уже начали кататься, дурачиться. Ну, короче, вот такие вот мы рыболовы. А это Федька. Знакомьтесь. Классный парень. Народ, приезжайте к нам в Рыболово. Ты что, контент? Он из, как называется, финно-угорских племен. Алло. Викинг. Викинг. Вот, у нас такой вот мангальчик здесь. Будем мясо сегодня готовить. Ну, в общем, смотрите, какая красота и сколько людей. Раз, два рыболовы, три, четыре. Сейчас попробуем посмотреть, что у них поймалось или нет. Тут вроде бы мужик ловит. А тут с ним снял режим. Сейчас еще разочек. Вот такая рыба здесь ловится. Хорошие окушки-то, нормальные. Килограмма на три. Эхолот, человек подготовился. Вот, ну ладно, хорошей вам ловли. Заходите к нам на огонек. Вот. Ребята, вот у меня батя всегда на рыбалку берет яйца и ничего не ловит. А я по классике, как батька, взял яички. Парни, разбирайте. Плохая примета. Чтобы что-то ловить, нужно хотя бы лунку посверлить. Еще пока лунок. А сложно ловить без бура. Не бура, не лунок, зато казан. Вот такая вот история. Давайте, парни. Алло. Вроде не Пасха, блин. А у нас как будто Пасха. Блин, я разбил. А у меня самая крепкая. Самые крепкие яйца у Лехи. Получается. Кто будет? Да, смотрите. Римская свеча. Все горит. А здесь вот она рыба. Шучу, это мясо. В общем, смотрите, ребят, сижу в палатке, вот так вот ловлю таким макаром на мормышку с опарышем. Уже поймал одного густера, но была она вздутая. Ребята говорят, что селитерная. Не успел заснять. Вот, но
Сейчас покажу, что будет дальше. Сижу в палатке, мне очень нравится. Ребята готовят здесь. Вон Игорян оставил мне на уху картошечку. Наши сани, а парни поехали ставить жерлицы. И там уже будем крупную рыбу ждать. Вот, а я в палаточке сижу, кайфую. Ребят, первая рыба. Ну как первая, вторая рыба уже. О, маленький окушок. На мотыля клюнул. Вот так вот. Пошло дело. О, есть. Есть, есть, ребятки. Что-то крупное. Шучу, конечно, маленькое, наверное. Чё ты тыкаешь, не там, где 5 метров там, бля. Метров 30-40, отходи, отказывайся, на ложь. Да хуйня вообще, блядь, там... Не поймал. Я акваторию, понимаешь, я вставляю. Только что была поплёвка сильная, я пропустил. А, нет, ну, поймал да, что-то. Что-то есть. Да-да-да. Когда... О! Да, да. Маленький окушок. На опарыша клюнуло. Здорово. Че, таких тоже отпускать? Что-то есть. Мелочь что есть. О! Густера. Тоже пойдет на уху. Не надо густеру в уху. Почему? На кусок. А это для чего? Чешуи с нее много будет, не надо густеру. А для чего она тогда? Главная подача, подача. Красота. С другой стороны, да. Типа. Класс. Что, у меня конец там здесь? Я пошел сзади, да? Едем проверять лун этих жерлицы. Сейчас, если сработало, покажу, что у нас сработало. Давай!
блядь, там. Наоборот, поближе, чтобы я... Сюда поближе, он чтоб дернул! Давай за ногу привези, ладно, дома перетернешь. Дома перетернешь. Не надо, не надо, чё, сейчас вырвет, а? Такая вот, ребята, у нас зимой ситуация происходит в Санкт-Петербурге. Значит, Лёха, мой одноклассник, друг мой, Федька, его, получается, сват, мой тоже друг теперь, Лёнич, друг детства, Лёнич, мой, получается, друг. Лёхин, друзья мои, получается, друзья. Вот такая вот здесь движуха, ребята, из Кумбрии. И бекончик, и вот бабушкина салями, и он квашня всякая. В общем, много всего, много, очень классно.
что я здесь делаю, ребята? Я, по-моему, попал в рай! Поедет, короче, на прогулку на снегоходе. Все, Ленич, погнали. Тихо, Леня. А что ты, обосрался он? Мы только тронули, блядь. Артур, что, а может, что, может, сойдешь? Может, Давай. Бля, пошли. Бежим! Аккуратно. Ща ебашек мой я сорвай. Во! Попросил купить папаху. Я поехал специально в горы, там у меня друг был. Зарезал барана! Приезжаю, и там сокал такой, дед. И у него такие, знаешь, шапки показаны на этом. Где? Я такой, бля, батя, выбираю шапку. Брат, я тебя понял. Хуяк, если у меня такой, вот это, бля. Я говорю, а есть из козы? Он такой, бери, бля. Блять, тебе вообще идет пиздец. А да еще до сих пор козой воняет. Хорош. Давай! Вот это душняк! Вот это вообще красавцы! Красавцы, парни, атлеты! Пожрали котлеты, блядь! Котлеты принесли! Сейчас сломается камера, братан. Почему? Она там не похуй. Вот наступил второй день, ребята. Едем проверять жерлицы. Поставили жерлицы штук 25. Сейчас надеемся что-то поймать и показать вам, что все-таки мы не просто съездили, еще что-то поймали. Едем в таком ритме. Мы с Тимоном, Саня. Парни, вот на снегоходе. Очень круто, ребята. Мне нравится. И оно сухое, пока да? Ехали, вот. Нашли дерево. Погрызанное. Похоже на лося. Интересно. Что скажете, ребята? Напишите в комментариях. Кто это? А следов нету. Тут давно видно.
поставили очень много жерлиц. Вот, сработка одна пока что видит. Такая у нас, смотрите, штука есть. Это чтобы леску не поранить. Я ничего не люблю такую. Приблуду. Че, кто хочет попробовать? Я? Давай ищи. Пробуем, ребята, вытянуть. Тащи, тащи, тащи. Тащи, тащи. А, застрял где-то, зацепило. Ну идет ведь? Ну еле еле. Ну уже значит. Может быть там. Ну может все вместе, там и рыба, и коряга. Может и рыба, и коряга. Все? Оторвалось. Нет, не оторвалось. Оторвалось. Не оторвалось. Да и что там цепляется? Откуда я знаю, что там? Все. Ну нет, это вырвали. Ну, в общем-то, не получилось, ребята, достать эту рыбу. Ну, была поклевка, размотала всю леску. Похоже, больше у нас нету сработок. Смотрим, сейчас снимаем жерлицы. Больше нету никаких. Сейчас уже не сезон, рыба не такая активная. Вот. Я надеюсь, если вам понравилось, ребята, видео, вы подпишитесь на мой канал. Я постараюсь сделать гораздо ярче, круче и веселее. Спасибо за внимание всем. До новых встреч. Дорогой серою лентой вьется, залито дождем смотровое стекло. Пусть мой грузовик через бури пробьется, я хочу, шофер, чтоб тебе повезло. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и коса гор. Чтобы не пришлось любимой плакать, крепче за баранку держись, шофер. Ту-ту-ту-ту.